субботу около Кировского городского дворца культуры распахнула свои двери праздничная ярмарка «Дары осени». Большая география участников, полезная продукция и хорошее настроение. Все это наблюдали Ирина Кузьмина и Владимир Льницкий. Шестая традиционная ярмарка «Дары осени» прогремела в Кировске с особым размахом. Концерт и развлечения для детей. Более 50 участников со всей России. Широкий ассортимент товаров. Предприниматели привезли мясную продукцию, сладости, одежду. Аграрии полярно-опытной станции и апатистско-кировские садоводы представили саженцы и урожай 2016 года. Картошечка, кабачки, свекла, соленья. На одном прилавке огурцы в свежем виде, а рядом в свежезапечатанном. Процесс, как быстро сделать домашние заготовки, показывают гости из Санкт-Петербурга. Обычно вы, когда консервируете, вы стерилизуете, правильно? Очень многие витамины при этом погибают. Здесь же вы поставили крышку, поставили насос. 6-8 раз качнули, воздух откачали. Почувствуйте, что насос уже пошел. Видно, крышка герметично закрыта. Ярмарка стала настоящим городским праздником с катанием на оленях, лошадях. Коллектив Дворца культуры вовлек горожан в танцы и развлекательные игры. Под заливистые песни торговля спорилась. Натуральный мед со своей пасеки. Работникам АО «Апатит» скидки 10%. Пожалуйста, подходим. Натуральный мед. Как воспоминания о недавнем медовом спасе. На ярмарке мед в большом ассортименте. В отдельных палатках есть сухие пчелы для лечебных настоев. Имеется прополис, забрус и перга, пчелиный хлеб. Все собственных пасек. Вот такой должен быть консистенции мед. Настоящий, да? Густым, вызревшим. И чтобы вот он горочкой ложился. И ниточка эта не прерывалась. Чтобы она даже Кировск опутала и не прерывалась. Вот это вот настоящий будет мед. Опытный пасечник из Рязани Андрей Рогозин – постоянный участник выставок. Он 18 лет ездит по России и каждый год навещает Мурманскую область. У Андрея на прилавке 5 видов меда – цветочный, гречишный, липовый, с клевера и донниковый. А вот и само растение донник – очень ароматный. Я как пчела, да? Ну, прекрасный, это же это все. Ярмарка удалась. Это отметили многие ее посетители. Вы знаете, сразу только сюда подошла, и все, и то, что мне надо, я купила. Чебушник хочу и курильский чай. Очень понравился праздник, очень приятно, очень хорошо, побольше таких бы праздников. И тут все есть, и тут и мед, тут и сухофрукты, и одежда, можно и приодеться, и покушать, и все. Очень даже здорово, мне нравится. В дар дарам осени жители города сказали спасибо и поблагодарили организаторов ярмарки.